Гейски, ребята, меня зовут Флавиус, и сегодня мы поиграем в классную новую игрушку, где нам предстоит, ребята, бороться с пиратами и получать конфеты. Они у нас их немножко украли, и смотрите, какие квадраты. Это квадрата пираты. Они не очень хорошие парни, поэтому, ребята, давайте мы с ними разберемся. А вы поставьте лайки, ребят, напишите в комментариях, какая ваша любимая конфета, ну или, может быть, шоколадный батончик, шоколадка, ну, в общем, что угодно. Напишите обязательно это в комментариях, ребята. Что ваше любимое? Так, ну, мне больше всего лично вот нравится, даже не знаю что, ребята. Ну, какой-нибудь Сникерс, наверное. Хотя, честно говоря, ребята, очень уж много конфет разных вкусных. И тут, конечно же, у меня глаза разбегаются. Эй, а что эта штука в обратную сторону? Смотрите, что там вообще творится внизу. Так, мы этот квадрат почему-то... Так, такс, ну что же, продолжаем. Ой-ой-ой, парни, наверное, не будут в нас... Ай, стрелять, негодяи такие. Так, ну мы забрали у них все, что могли. Так, ну что ж, продолжаем наш нелегкий путь. Такс. Вот, и любимая сладость, ребятушки, моя, ну, наверное, да, какой-нибудь Сникерс, хотя да. Много всяких хороших вещей на свете существует. Так, чекпоинт, но нам нужно немножечко вернуться, ребята. Хопа, вот таким образом, хопа. Забираем эту конфетку. Такс. А вот эту штуку. А ну-ка, давайте ее подвинем. А, ну она туда подвигается. Ладно, это нам уже не нужно. Нам нужно идти дальше, ребята. И вам нужно не забывать ставить лайки. Так, а мы идем с вами в бонусную, ну, локацию, наверное, так сказать, можно назвать ее. Так, опа. Хопа, есть такое дело. Хопа, есть. Опа, так, хорошо. Ой, конфетку пропускаем. Ну, время еще есть, времени много. Мы не тратим его заря. Опа. Так, ну что ж, пиратские трюмы, ребята, будут очищены. Трюм — это багажное отделение корабля, можно так назвать. Так, то, что находится в основном внизу. Внизу корабля. Так, давайте, квадратики, помогайте нам здесь скакать, прыгать и получать. Опаньки, ребятушки. Воу, мы нашли супер конфету. И это замечательно. Так, а что тут у нас? А, тут у нас штука, которую мы, по идее, должны... опустить. Но зачем? Зачем нам это делать? Так, ребята, ладно, вот она. Вот она, негодяйская квадрата цепная обезьяна, которую мы уничтожим. Да-да-да, не побоимся уничтожить. Такс, прыг-скок, поворот. Опа. Ну что ж, у нас все получается отличнейшим образом. Так. А смотрите, что у нас теперь дальше. Так. Эту штуку мы что? А, мы ее вот так вот развернем, да, и тогда заполучим все наши мармеладные мармеладка-шоколадки. Не, ладно, это больше на леденцы похоже и на мармелад. Вот так вот мы взяли здесь все и катимся дальше. Пух! Так, что тут у нас? Тык-тык-тык-тык-тык, квадрат... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, пули в нас кидают. Зачем ты в нас кидаешь пули, негодяй? Не нужно этого делать. Так, мы здесь падаем вниз. Заполучаем все конфеты, что мы только что собрали. Опа. Так, все, негодяйчики, прощайте. Хе-хе, мы добрались до чекпоинта. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вниз как нас скатило. Оп. Так, есть, получай. Трижды мы напрыгнули на этого парня. А что тут дальше нам делать? Подниматься как-то по этим лесенкам вот своеобразным. Так, что тут у нас? Тут у нас ничего. Ну, хорошо. Так, мы продолжаем наш путь, и он будет нелегок. Так. Хопа, хорошо, смотрите, сколько у нас тут
Ой-ой, все. А, я думал, это такой паровозик из платформочек. Можно так его назвать. Наверное, текст. Хорошо. Есть, 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 есть. Опа, взяли доп сердечко. Хорошо. Так, это мы все уничтожили. Это уничтожили. О, а теперь паровозик в обратную сторону. Хоп, 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 хоп. Все про... Тихо, тихо, тихо. Прошли мы его, в общем-то, идеально вместе с вами. Так, ну а мы прошли уровень. Итак, ребята, 215 из 262. Ну, такой себе результат на самом деле. Но достаточно неплохо, неплохо. Так, ну мы продолжаем, в общем-то, так. Чё это такое, ребята? Чё это за класс циклопный? Непонятный парень какой-то. Нужно его уничтожить. Так, 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 так. Чё там у нас? Как дальше нам быть? Ой, 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 ребята, проваливаемся! А, ну не так, чтобы и далеко мы провалились, да. Собираем здесь все. Ой, ну тут прям запасы у них. Ой, что это за штуки такие? Летучие мыши с пилами. Это неплохо, ребята, это неплохо, да. Так, все. Тележечка, отвози нас вверх. Так, 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 так. Отлично. А тут вверху... О, не, ну тут вверху, ребята, еще много чего есть, что мы можем упустить, но не станем этого делать. Так, а, ну дополнительное сердечко. Это хорошая штука. Это всегда радует, ребята, меня. Дополнительные сердечки. Хопаньки. Да, что ты меня трогаешь? Как ты какой-то невидимка, ребята. Хопа, хопа. Есть такое дело. Отправляемся далее. А, мы уже все, ребята, мы... А, вот бонусный уровень. Такс. Ну что же, давайте. Ну это просто бонусный уровень, видимо. Это просто бонусный уровень, который нам необходимо пройти. Такс, хорошо. Все конфеты собираем, ребятушки. Так, вот сюда. Опаньки, есть. Ай, да чего там? Двойной прыжок нужно везде делать. Да, ребята, двойной прыжочек нам необходим. Оп, и все. И уходим отсюда. Да, ребята, есть. Это был чекпоинт вместе с вот таким вот замечательным бонусным уровнем. Так, ну что ж, ребята, что ж, за бонусный уровень чекпоинт вы обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Да, а то шарик, видите, ждет, уже ждет. Думаю, что это вы так? Давайте, давайте, ставьте. Ну и с вами, ребята, как обычно, был ваш Флавиус. На сегодня все. Adios, amigos.